действительно, очень хочется, чтобы государственный флаг Российской Федерации поднимался на спортивных аренах после победы наших спортсменов. Они, когда мы пришли и победили, это уже было неоднократно, но это очень грустная история в жизни человечества. Очень хочется, чтобы пушки, артиллерии были не пушками, несущими смерть, а чтобы были пушками, несущими радость, и чтобы из них можно было сделать вазы для цветов. Наверное, это самая главная мечта всех конструкторов. А вам, молодому племени, хочется пожелать одно. Дай Бог, чтобы только были учения, но никогда они не превратились бы в явь. Дай Бог вам только мирного, доброго неба. И чтобы слово «огонь» было тогда, когда лучший студент военмеха поднимается на сцену. С днем артиллерии вас! С днем артиллерии военмеха! До новых встреч! Спасибо!